Вот палатка, вот костер, начинаем разговор. Здравствуй, Лёха, сколько лет? Проходи, у нас обед. Вот тушенка, макароны, вот колбаска, вот паштет. Вот те килька, типа шпрот, вот те с маслом бутерброд. Вот солененький огурчик, ну и стаканчик тоже вот. День третий, вот тропинка, вот я сам. Вот я топаю в леса, вот палатка, вот костер. Продолжаем разговор. Здравствуй, Лёха, хочешь жрать? Ща попробуем набрать. Вот котел перловой каши, если хочешь, можешь весь прибрать. Тут ты не обессудь, пригорела, а начить. Наши гады нос воротят, ну ты уж ешь чего-нибудь. День пятый, вот тропинка, вот я сам. Вот я топаю в леса, вот палатка, вот костер. В общем, тот же разговор. Здравствуй, Лёха, хочешь чай? Так садись, не скучай. Правда, он шестой заварки, ты уж это не серчай. На закуску хлеб бери, да-да, вот и сухари. Два кусочка из мешочка, а бери хоть целых три. День седьмой, заключительный. Вот вокзал, а вот перрон, все расселись по вагонам. Пусть мчит во весь опор, завершаем разговор. Здравствуй, Лёха, деньги есть? А чего-нибудь поесть, а? А у нас есть лист лавровый. Мы, блин, уже сожрали весь.